Сегодня в отеле Courtyard Москва-Центр мы проводим наше ежегодное мероприятие для партнеров Expedia. Это мероприятие проводится уже, наверное, в 10 раз. Сегодня мы были рады приветствовать около 100 наших партнеров, которые пришли к нам, чтобы послушать новости Expedia, посмотреть на увеличившуюся команду в лицах, послушать о новых способах улучшения продаж и посмотреть на статистику по продажам в Москву и Московскую область с сайтов Expedia. Продолжаем развивать те рынки, которые сейчас в Expedia еще нет, или развитие которых находится в начальном состоянии. В первую очередь это Урал, Сибирь, Дальний Восток, страны СНГ, север России. Мы, безусловно, уделяем достаточное внимание и тем развитым рынкам, которые у нас уже есть. Конечно, это две столицы, Москва и Санкт-Петербург. Конечно, это курорты Краснодарского края, города Золотого кольца и города Центральной России. В следующем году мы ждем чемпионат мира по футболу. Мы знаем, что и ательеры, и города сами к этому готовятся. Мы тоже хотим подойти к этому событию во всеоружии.